Мои дорогие подписчики, в этом видео я хочу продолжить разбирать с вами страшный риф, который мы начали в прошлом видео. Итак, мы сыграли с вами вступление. Ну, грубо говоря, почти практически вся песня играется именно таким рифом. Вот дальше у нас просто идет вторая часть. Именно эту вторую часть я вам и хотел показать. Она довольно-таки динамичная, то есть можно сказать, что она играется быстро. Звучит, ее можно играть как приглушая струну подставки, так и не приглушая. Так, давайте разберем вот именно этот риф. Начинается он с шестой струны, с третьего лада. Зажимаем шестую струну на третьем ладу и играем раз, два, три. И играем три раза эту ноту. Потом мизинцем мы играем шестую на шестом, далее пятую указательным на третьем, пятую на пятом, пятую на шестом, пятую на третьем, пятую на пятом, и последняя фраза шестая на шестом, пятая на третьем, пятая на пятом. Вот и весь риф, вот и вся фраза. Значит, шестая на третьем три раза подряд. Раз, два, три. После этого шестая на шестом, пятая на третьем, пятая на пятом, пятая на шестом, потом пятая на третьем, пятая на пятом, и последние три ноты шестая на шестом, пятая на третьем, пятая на пятом. Получается раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Три ноты можно, если вот так разделить по таким слогам эту фразу. Шестая на третьем, раз, два, три, потом шестая на шестом, пятая на третьем, пятая на пятом. Далее. Пятая на шестом, пятая на третьем, пятая на пятом. И последняя тройка это шестая на шестом, пятая на третьем, пятая на пятом. Раз, два, три, раз, два, три. Вначале вы можете сыграть не одну шестую три раза подряд, а взять квинту, то есть шестую на третьем, пятую и четвертую на пятом, и сыграть раз, два, три. То есть вниз, вверх, вниз, вверх.